Онлайн-детский сад «Шурик» представляет «Мы на море». Сегодня мы вам покажем и расскажем о пляже «Тихая гавань» в поселке Витязево. И проверим с вами, предназначен ли этот пляж для отдыха с детьми или нет. А пока понаблюдаем за пробками на дорогах, которые сегодня, 18 июля, очень-очень распространены в поселке Витязево. Дорога на пляж лежит через весь поселок, а дальше будут барханы. Барханы – это такие горы из огромного количества песка. Самостоятельно с коляской, естественно, добраться до этого пляжа невозможно. Но туда ходят автобусы, специально на этот пляж. Номеров автобусов нет, зато на газельках написана надпись «Пляж Тихая гавань». Стоимость проезда с одного человека 30 рублей. При каждом входе на пляж есть остановка, куда регулярно каждые 20 или 40 минут приходит автобус, чтобы довести вас до центрального района поселка Витязево. Вот мы сейчас подъезжаем. Здесь стоянка для машин, она абсолютно бесплатна. Мы высадились из своей машины и идем дальше на пляж. Очень порадовала брусчатка, она идет прямо от стоянки. Здесь уже легко можно пройти с коляской, но дети мои шли пешком, гордо расхаживая по такой прекрасной дорожке. Даже сам Миша бежал и не жаловался. Все нас устроило пока. Урны есть, все как положено. Но, увы, самый большой минус этого пляжа оказалось отсутствие поста спасателей и медицинского пункта. Его мы так не обнаружили. Раздевалки есть, туалет с душем тоже есть, естественно, платный. Также есть маленькие ларечки с прохлаждающими напитками и мороженым. Есть платные шезлонги, но и бесплатно тоже распределиться на песочке вполне возможно с детишками. Что мы и сделали? Нашли место поближе к воде и разместились. А сейчас пойдем смотреть, какое же море в Витязево 18 июля и правда ли рассказывают блогеры, что там тина и грязь. Так, заходим в воду, и что мы видим? Просто идеально чистая вода. А теперь я лучше помолчу, и вы все увидите сами, какое прекрасное море, теплая, чистая вода. Проваливайся в песочек. Песочек такой.
надо, Танина. Опа! Вот это волны! Вот это волны! Перекус. Нельзя. Оп. А Миша хочет купаться еще. Согрелся. А положи рядышком. Потом мы берем мусорку. Наш отдых на пляже «Тихая гавань» в поселке Витязево подошел к концу. Мы можем смело сказать, что данный пляж подходит для отдыха с детьми. Да, тяжело добираться и нет спасательных вышек с медицинским пунктом, но все остальное – прекрасный берег с песочком золотым, теплое и чистое море – располагает для отдыха с детьми. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Не забывайте подписаться на наш канал и поставить нам лайки.